Привет, стримаши, исследователи, это исследователь. Снимаю через open камеру приложение. Что-то он фокус не хотел работать в телефоне. Магазин Илмарт, мой любимый в скобочках. Ну, обычный магазин, просто руководство, как обычно, барахло, как все руководители в России. Вот здесь видите. Гарантийный отдел закрыли, то есть неудобно. И магазины были круглосуточные, сделали, время сократили, но потому что покупателей нет, поэтому убрали, я не против. Но все-таки немножко покупателей есть, и гарантийный отдел убрали. То есть надо людям ехать. Один магазин в Петербурге оставили, СИЗОВа 3, и еще в пригороде там, у аэропорта. Так что нет, покупателей... Ну, нет, сейчас это 8 часов вечера, идти никого нету. Вот такой магаз неплохой, ну, в смысле ремонта, посидеть можно. Вот так, видите, помирает. И здесь вот в этом месте, где терминальчик стоит, там наезжали на меня за кривую память, которую мне продали побитую. Ну да ладно, это все, пока в магазине Илмарт покупателей нету. Магазин крупный, кстати, это Благодатная, 50, Невоград, Петербург. Всем пока, ребята. Подписывайтесь обязательно. Это вот истинный канал спасения мира, Земли. Только тут.